Пресс-служба госпредприятия «Завод 410 гражданской авиации» обнародовала мини-отчет самых больших достижений предприятия в 2021 году, назвав результаты работы рекордными. Так, в отличие от 2020 года, когда деятельность ГП «Завод 410 гражданской авиации» была глубоко убыточной, в этом году предприятие вышло на прибыльность, не имея долгов по заработной плате, а сам фонд оплаты труда повышен практически вдвое, сообщила пресс-служба. Отмечается, что в 2021 году авиаремонтное предприятие достигло десятикратного улучшения объемов производства против худших лет и втрое по сравнению с лучшими показателями за последние 8 лет работы. В текущем году завод 410 гражданской авиации успешно сдал три борта Ан-32Б для военно-воздушных сил Шри-Ланки и передал капитально отремонтированный Ан-26 военно-воздушным силам Украины. Также на предприятии были проведены работы по обслуживанию двух самолетов Ан-74 для Комитета национальной безопасности Казахстана и Национальной гвардии Казахстана. Сейчас на заводе завершают капитальный ремонт и модернизацию самолета Ан-30 для военно-воздушных сил Болгарии, восстанавливают 4 транспортника для воздушных сил Украины и проводят регламентные работы над тремя самолетами. 2 Ан-32П и Ан-30 Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В планах на следующий год – начать выполнение работ по восстановлению и модернизации трех самолетов Республики Бангладеш, контракт, подписан в марте этого года, и принять от 4 до 5 самолетов и двигателей в ремонт от Республики Казахстан, в соответствии с утвержденным в октябре 2021 года, плана работ на 2022-2023 годы, и, конечно, продолжать ремонт и обслуживание военно-транспортных самолетов воздушных сил, ВМС, и структур МВД Украины. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.